Сейчас около 7 вечера, возвращаемся домой. И здесь около дороги маленький базарчик. Это все крестьяне вынесли свои продукты. Сейчас я сделаю маленькое видео. Скажите, а почем дыня? 150. 150. Могу 150. Говорят, еще сладкий, как банан. Говорит, сладкий, как банан. А арбуз? 63. Сладкий, как банан. Сколько? 63. 60 тенге. Не забудьте, доллар 385. Это Николаевский хороший был. А морковь сколько? 130. Свежий морковь. 130. Картошка не спросила. Картошка. 100 тенге. Картошка 100 тенге стоит. А помидоры? 130. 130. Наши это все местные. Это все местные. А мне говорит, и по 100 есть. А капуста сколько? Это 100 и 80. По 100? И маленькая по 80. Ой, ребята, нам бы это все. А? Перец нам... зеленый. Перец зеленый. Вот свежий, только собрали. Да. По 100. По 100 можно. 100 тенге. Это, слушайте, это очень дешево. А смотрите, какие помидорчики. Это сорт специальный у вас, да? Черная принцесса? Вот, нет, это не просто помидоры, это принцесса. Так. А, это хрен, да? Это все на засолку. А сколько баклажаны стоят? Какие вам баклажаны? Не, просто вот я цена. 80 тенге. 80 тенге. А вот эти 120 мешки. Эти побольше. Да, это покрупнее, они посыпают. Вот видите, вот они, 120. Ага. А это совсем... Это черри помидоры. Черри... Желтые и красные. Желтые. А сколько стоит? Они 250 килограмм. 250. Смотрите, какие крохотулечки маленькие. Малюсенькие. А чеснок сколько стоит? Чеснок есть вот этот 400, покрупнее вот он. Да. Вот с краю чуть помельче, это по 300. Значит, крупный по 400, маленький по 300. Угу. Бежим дальше. С учетом это просто маленький базарчик у дороги. А почем яблоки? 300. Это алматинские, да? Исыкские, смотрите, здесь 120. Ой. Так, цена упала. 150. А огурцы почем? Огурцы по 100. Бегу дальше. Видите, уже здесь базар закрывается, потому что очень скоро будет темно. Как это выглядит? Так, розовые помидоры, это бычье сердце. Здесь уже закрыли. А сколько малина стоит? А? 800 тенге малина, а клубника 600, да? Вы знаете, я, наверное, куплю малинку. А виноград ваш почем? 600. Весь по 600. С косточками? И с косточкой, и без есть. А смородина сколько? 800, красная 1000. 800, черная, красная 1000. Ой, ребята, да, надо малины купить. Надо малины наесться. Ой, смотрите, какой. А это прикольный помидор. Вот какой. Так. Так, ребята, а сколько ваш виноград? 600. А яблочки? По 250.
Да, вот это 100 тенге. Эти 100, как зовутся? Не знаю, забыл. Говорит, забыл как. Ладно, назовем их ранетки. Ну вот теперь, ребят, посмотрели, как мрамор, это выглядит. Вот такой маленький придорожный базарчик. Дорогие мои зрители, ну что я могу сказать? У нас прошел целый день. С вами была Гэла Австралия. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставьте лайк, мои дорогие. И приезжайте все в Алмату. Летом здесь просто чудо. Вы сами это видели. Просто чудо. А это еще, кстати, а сколько еже малина? 800. Кстати, раньше в мое время вот этой ежемалины не было. Вот так-то, мои дорогие. Всего доброго. Пока. Ой, бедные продавцы на базаре. Слушайте, очень много продает на улице, а сейчас шторм начинается. Посмотрите, в небе летает. Что только не летает. Птички сейчас стараются спрятаться. Начинается... Ого-го! Ой-ой-ой! Начинается шторм. А представляете, сейчас как продавцам вот это вот все убирать? Сейчас же это... весь товар полетит. Ух, в глаза. Прям в глаза. Жалко. Мне всегда, когда такая погода, мне всегда людей жалко. Видите, здесь уже столики разобрали. По-быстрому. А это... базарчик в стороне Сары-Арка. Я не знаю, как он называется, но напротив 5-го микрорайона. Так, а этот, по-моему, устанавливают только. Улетит сейчас. Пускай улетает. Устанавливают только, видите, вот эти вот. Сейчас... Как подует, это же народ может прибить. Слушайте, в последнюю секунду я вот только что домой зашла. Смотрите, что тут началось. Что тут началось? На меня упали первые 3 капли. Шторм. Да, ребят, тут вообще завал. Смотрите, сколько стоит арбуз. Почти что 9 килограмм 915 грамм стоит 347 тенге. Это меньше даже, чем 1 доллар. 10 килограмм. 10 килограмм. Завал. Покупатели. Покупатели. А я бедная. Я на это, на все только могу смотреть. Купила себе вот сырки, вот больше ничего жевать не могу, вот так вот. Это мы находимся сейчас в Магнуме. Видите, почем доллар? Доллар 300, уже 387. Сейчас покупают. Так что смотрите, ну считайте, 1 доллар, 1 доллар 380, ну также считайте, 385, считайте, чтобы легче было, 1 доллар к тенге. Ну я, наверное, потом отдельный обзор сделаю, очень, конечно, интересно
посмотреть, что тут сколько стоит. Это я потом отдельно приду. А здесь рахатовские конфетки. Рахатовские самые вкусные, ребята, кто не знал. Так, все, я заканчиваю видео и потом отдельно сделаю в магнуме. Просто арбуз, конечно, удивил. Вы представляете, вот такую махину вырастить, да, и меньше, чем за доллар. А представляешь, Валер? А тут вот есть. А тут еще больше. Ты представляешь, за сколько они продали им? Это вообще просто кошмар. Они, знаешь, я рассчитывал на то, что они сделают какую-то тут скидку людей привлечь. Там перекопали все подъезды, подходы к магазину. Они в панике. Продавцов нету, покупателей в магазине. Да, здесь вход в магазин перекопанный. Они что-нибудь хотят привлечь хотя бы. Магазин перекопан, магазин. Дорога к магазину перекопана, и поэтому очень многие люди не знают, как сюда попасть. Да я уже что-то дублирую. Я тебе сказал. А я ничего не знаю. Я, Валер, сегодня не выспалась. А зачем ты второй раз повторяешь? Я могу и три раза. Не надо.